Передо мной Елена Лашманова. Немножко она устала, но она уверенно сегодня победила. Вы, по-моему, сегодня никому не оставили сомнений, что вы сегодня выиграете. Хотя девочки очень старались. Сначала было 4, потом было их 3, а потом была осталась Мария Пономарева. И, наконец, вы убежали от Марии. Но, как бы сказать, так получилось, что как бы не съели. Это, как бы потихоньку своих соперниц как бы побеждали с каждым как бы кругом. И в итоге уверенно победили. Как вы сами оцените сегодняшнюю форму? Довольны или недовольны? Большое спасибо за поздравления. Девочки, конечно, оказывали конкуренцию, но с нарастанием темпа наша могучая четверка, она развалилась. И удалось удержать лидерство до последнего километра. Вот. Ну, по правде сказать, готовилась я к 35-километровой дистанции. И буквально за 5 дней до старта этого, ну, тренер сообщил, что нужно идти 20-ку. В зачет результаты 35-километровой дистанции у женщин, они не шли в очки. Команды зачет. То есть ради команды бы поменяли тактику, пришлось менять. Да, шли 20 километров. Возможно, летом будем готовиться к 50-километровой. А, то есть мы вас видим летом на 50 километров, да? Будем стараться. Это будет интересно. Но на самом деле, это вы чувствуете, да, себя готовым, блин, на 35-50, да? Есть такое, да, желание попробовать? Ну, подготовку прошли, 35-километровую, но, надеюсь, справимся и более большой дистанции. Ну, тогда вам желаю стать олимпийской чемпионкой уже двухкратной, уже и на 50 километров. И доказать таким образом нашу чистоту, наших достижений. Я думаю, все получится у вас. Вы человек такой максималист, у вас все получится. Спасибо большое. Удачи вам, Лен. Ну и держитесь, как бы, так дальше, и все получится. Спасибо вам большое.